21 октября. Я топлю буржуйку, переделанную из титана. Первые результаты очень хорошие. Здесь воды примерно вот столько в титане. Это примерно 2-3 ведра. Выше белой линии вода никак не может подняться, потому что выше находится пар. ПГ – это парогенератор. Трубу, по которой идет пар, я называю паропроводом. Вот сработал обратный клапан. Давление повысилось, и избытки пара выходят. Если перекрыть вот этот клапан, вот этот кран, то пар пойдет еще сильнее. Вы видите, как работает обратный клапан. Но я открою. Пар сейчас идет вот в этот верх этого отстойника. Вот эта трубка очень горячая, очень горячая. Это тоже. Но это отстойник для воды, для того, чтобы печь на отработке по вот этой трубке вода никак не могла попасть. Она вот здесь оседает. Если будет очень большая температура, она тоже будет вскипать и давать избытки пара. Мысль параллельно возникла использовать вот этот пар для отопления оранжереи. Нужно проложить сначала металлическими трубами вблизи. Здесь можно поставить тройник и сделать отвод для оранжереи. Сейчас я свет зажег. Сейчас зажгу свет в другом отделении. Вот. Здесь нужно проложить по низу толстые трубы, по которым будет идти пар. И в оранжерее будет тепло, как дома. Сейчас здесь 16 градусов. Я пустил по вот этим трубам теплый воздух, который забирается у меня из котельной. Вот здесь вентилятор гонит воздух туда. Дальше он идет по вот этой трубе, походит по грядке. И вот здесь выходит охлажденный внизу. Это воздушное отопление. Но надо делать паровое отопление. Сам Бог велел, гайки крутить я умею. Вот как пар идет. Вон как пар идет, видите? Так, сегодня я, наверное, и решусь протопить еще и печь на отработке и попробовать пустить в нее пар. Продолжение будет либо сегодня, либо позже. Сегодня делал дорогу, очень устал. Но вот этот результат меня очень радует. Паром можно отапливать. 100 градусов температура. Спокойно можно отапливать оранжерею.